Зачитаю так, чтобы... Ой, где у меня тут? 10 этих у меня. Сейчас я вам зачитаю, чтобы было понятно. Я там вывесила, чтобы обсудить с людьми. Исполняю волю, ну, кому там, допустим, ну, там, президенту Российской Федерации, гаранту Конституции, я не знаю, кто он там такой. Мы ему можем направить вот такое вот, например, этот самый, такое письмо. Исполняю волю первородных, богоносных, вольных русов, русских, в скобочках, и поручение первого вечевого соборного схода русов русских, который состоялся 7528 лета, 8-9 февраля, поручаю вам в рамках ваших полномочий, потому что у них же нету много полномочий, принять меры для добровольного исполнения воли первородных русов. В течение 10 дней с момента получения уведомления во всех средствах массовой информации мира оповестить народы мира о том, что русы вступают в полное владение управления, сбережения, лелеяния и защите планеты Земля Дария на основании. И мы перечисляем вот грамота о створении мира в звездном храме, икона передачи космических планетарных прав и грамота Александра Царя Македонского. Второй пункт. Предоставить план о добровольном исполнении воли русов. Ну, ребят, немедленно начать финансировать, вплоть до полного погашения вами долгов перед славянскими родами, заявленных первородных русов, это все, кто заявил свою волю, финансирование производить каждого лично, без условий, без всяких условий и посредников, из расчета 1 килограмм золотом ежемесячно на дитя Божье, в валюте на усмотрение каждого руса. То есть мы, пока они там будут думать, пока они там этот самый, они должны огромные деньги. Нам много не надо. По 1 килограмму эквивалентную золотом. Конечно, я понимаю, о чем я говорю, я здоровый человек. Но они должны огромные деньги. Нам с этими деньгами, я не знаю, что там. Но люди должны жить как-то. Люди должны как-то вот это вот все, сколько они там будут, это все аудиты, там мы же затребуем, и аудиты, все. Пускай отчитываются. Так положено, так написано в конах, так написано в договорах, так написано в грамоте. Они обязаны отчитаться, пусть отчитывают. У них в документах везде так написано, они обязаны аудит отрокам Божьим сдать. Мы дети Божьи, мы сыны Божьи, мы народ Божий. Мы все это указали, мы отроки Божьи. Что хотите? Среди нас есть и сыны, и дочери, и отроки, и дети, и среди нас много чего есть. Мои внучата, вон им по 7 месяцев, они отроки. Вот и все. Так, Зульфия Аглямова. Как быть татаром? Волеизъявление разместила в августе у себя ВКонтакте, а также перечислила 100 рублей. Чеки волеизъявления на стену, на стену. И пускай лежит. А сейчас мы завтра будем с региональными представителями. Мы попробуем еще и нарочно. Мы будем отправлять и по электронке, и по почте. Там вон Игорь Филатов, там 200 адресов сейчас. Вот эти королевские семьи, вот эти. Их оказывается дофигища по всему миру. Вот мы им письма отправим. А еще мы хотим, куда сможем, нарочными. Вот в Москве есть офис ООН, есть офис Евросоюза, есть там нарочный, под роспись, под роспись. И во все, где только дотянемся, мы им поотправляем. И мы должны успеть до 28 числа. Еще раз подчеркиваю, все, кто это не поймет, вы просто больные люди. Вы просто ненормальные больные люди. Вы стоите на краю гибели, и вы вместо того, чтобы быстро сообразить, быстро помочь, не можете помочь, хотя бы под ногами не путаетесь. Вы делаете себе хуже. Вас тут же, вы не успели крякнуть, а вас тут же на крючок и поймали. Пойдете как миленькие, будете и граждане Российской Федерации, и в Конституции, где хотите. А мы нет. На сегодняшний день единственная структура, которая может это остановить и противостоять, это вот это вот решение Вечевого Соборного Схода Русов. Напоминаю всем, я рус, я есть, я здесь, я божич. Мы заявили это на весь мир. Под видеопротокол, при свидетелях. Мы сейчас посмотрим, что будет. И если они не исполнят то, что они обязаны исполнить, мы затребуем суд Божий. Я составила текст. Там 2 строчки, много не надо. Вот все, понятно? Я сейчас хочу всем русикам сказать, мы красавчики.
на ощупь, интуитивно, с Божьей помощью. Мы попали четко и ясно. Они пока там дрались между собой, мы свои дела сделали. И поэтому сейчас очень много вот этой вот работы, ее надо довести до ума. До ума надо довести. И смотреть, что из этого получится. А 28 числа, если они там надумали вот эту вот гадость, нет, мы заявили, мы вот мы сейчас должны разослать всем, мы даже во все газеты мира отправляем, мы ничего не переводим. Это наш язык, мы приняли повечный указ о русском языке. Они пользуются, даже вот эти английские буквы, это наши буквы из этого, из буквицы, из всесветной грамоты. Поэтому пусть стараются и переводят. Они переведут, это ихние проблемы. Тут уже не работают вот эти ихние римские законы. Уже работают коны. И мы на основании конов им отправляем все свои вопросы. Вот и все. Поэтому все хорошо.